Подскажите, пожалуйста, как правильно держать ваджру при чтении кодовый мантр? Спасибо, что вы есть. Смотрите. Ваджра – это человек с поднятыми руками и человек с ногами замкнутыми. Символ ваджра условно обозначает символ абсолютной, стопроцентной реализации вашей жизни – в виде того, что вы много посеяли, много прожили и абсолютно здоровы. Если вы держите вот таким образом ваджру во время того, когда вы занимаетесь медитациями, то вы таким образом очень мощно восстанавливаете свое физическое тело. Восстанавливаете возможности и так далее. В случае, если ее положить перед собой горизонтально, то это улучшит состояние всех ваших близких. Почему? Это как смешать мысли всех людей, которые находятся у вас в семье. Что обозначает ваджра? Это огонь, который горит вверх, и огонь, который горит вниз. Огонь, который горит вверх, обозначает жизнь человека. Огонь, который горит вниз, обозначает корни человека. Это дети, это родные и близкие. Его, наверное, житейские корни, я даже боюсь сказать, его племя, знаете, то есть тех людей, которые связаны с ним. То есть это очень важно, важно. Поэтому ваджра это символизирует. Вот, допустим, женщина говорит там, я живу с дочерью, мы живем в семье, никто друг с другом не разговаривает, они все такие вредные. Ложите ваджру на красивый какой-нибудь... на красивую какую-нибудь подставку в виде подушечки. Ложите вот так ваджру и, глядя на эту ваджру, говорите, пусть все детки будут между собой любить. Или говорите, ой, как я вас люблю, какие вы хорошие, какие вы родные, какие вы мои золотые. Муа! Вы представляете, за счет того, что она будет лежать на подушечке, а вы будете на нее вот так воздействовать, она создаст эмоционально для всех вот эту эмоцию. Прямо перед ваджрой нужно садиться вот так и молиться. Мои солнышки, мои зайчики, как же я вас люблю. Мои рыбки, мои золотые, мои солнышки. Они эти эмоции получают как свои. Потом он смотрит на своего отца, отец смотрит на неродного там сына, дочь и говорит, ты мой солнышко, ты мой зайчик. А во всем виновата ваджра. Она создала магию. Так омолодиться, а так перед собой положить, стать. Это эзотерический атрибут. Он действительно имеет огромную силу и в действительности очень значим, несмотря на то, что это просто кусочек железячки.